до того, как прийти в UFC, выиграл также пояс в канадском промоушене TKO, самый престижный, самый крупный промоушен этой североамериканской страны. Ну и мы видим фантастическое превосходство в антропометрии. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. This mixed martial artist stands 5 feet 5 inches tall, weighing in officially 135.5 pounds. His record stands at 21 victories with 6 defeats. Fighting out of Coconut Creek, Florida, here is Tony Gravely. And across the octagon, his opponent fighting out of the red corner. He's a wrestler standing 5 feet 10 inches tall, weighing in 135 pounds in 14 professional fights. His record 13 victories, just 1 defeat. Fighting out of Morganville, Kentucky, here is Nate Mayhem-Manus. And your referee in charge of the action is Keith Peterson. Sir, are you ready? Sir, are you ready? Fight! Встречаются бойцы в центре октагона. Ногой наносит первый удар Тони. Вот привыкли мы называть его Гравели, и по-разному. Много раз мы слышали, как называли его именно так, но вот сейчас Джо Мартинес объявил его как Гравели. Ну что ж, давайте тогда придерживаться вот такого канона. Гравели идет вперед. Очень хорошая атака. Сначала промазал несколько ударов, затем зацепил. Из клинча сейчас колено в тайском клинче. Сработал хорошо Грейвли. Манусу нужно отвечать, и он делает это. Две хороших двойки прилетели. Может вполне держаться на дистанции. Исключительно за счет антропометрии. Мэнес. Будет ли он это делать? Это уже другой вопрос. У него хороший джеб, и особенно если удается его настроить. Пытался побороться сейчас Тони Грейвли. Не получилось. Но есть борцовская база и у Мэнеса, так что он может это преимущество своего соперника нивелировать. Ну, сейчас едва размен не произошел. Оба дернулись за атакой, но Мэнос выбросил удары раньше. Уклон только что красивый продемонстрировал Тони. Вот наглядно вот этот удар левой боковой на подскоке пытался провести Грейвли. И виден был недостаток антропометрии конкретно в этом противостоянии. Хороший сейчас был заход с ударом. Грейвли снова левой боковой. И еще одна попытка побороться. Пока неудачно. Но вот нет, все-таки перевел Грейвли. Первый тейкдаун в этом поединке. Моментально пытается подняться на ноги Мэнес. Грейвли прихватил шею и давит еще всем своим телом на соперника. О удушении пока речи не идет. Просто контролирует соперника Тони Грейвли. Вот посмотрите, что творит Мэнес. Отвечает своим тейкдауном. И сможет ли он чуть дольше продержать соперника? Нет, не получилось. Грейвли быстро оказался на ногах. Бой возобновляется в стойке. Ждет, ждет Мэнес. Смотрит он на те движения, которые предпринимает Тони Грейвли. И потом уже пытается отвечать. Очень быстрые руки и, самое главное, правый прямой Мэнеса вылетает с невероятной скоростью. Грейвли снова пытается побороться. Пожалуй, Тони — это первый человек, который инициирует борьбу в этом противостоянии. Мэнес делает это только в ответ. Single.
Для обоих очень важна победа в сегодняшнем поединке. Keep working. У того и у другого серии из двух побед, так что выйти на три подряд. Невероятное достижение. Разорвался клинч. Попытался сейчас снова встретить правым прямым Мэна своего соперника. Рано или поздно этот удар может пройти, и мало Тони Гравелли не покажет. Не отпускает оппонента Тони Грейвли в цепких объятиях, его держит, еще и колени вставляет вот на выходе из клинча. Два боковых, сначала справа, потом слева выбросил. Уклон от Менеса. Довольно технично сделал. Достает джеба Менес. Его вполне устраивает то, как этот поединок проходит. А вот Грейвли достал своего арсенала из закромов. Удары ногами, посмотрите, правый боковой. Ну, на последней секунде не успевает Тони Грейвли финишировать своего оппонента. Но какой момент! И вроде бы пришел в себя Менес, но тяжеловато будет ему сейчас настраиваться на вторую пятиминутку. Get your legs underneath it. Bounce. Get your legs underneath it. Put the ice on his neck. Hey, hey, you're standing too close to him. You got to stand away from him. You hear me? Shut the ball door, all right? Dropping his head. He's bringing his head down. Lifting shoulders up. Повтор этого момента четко в челюсть. Абсолютно не видел этого удара Менес. И я думаю, что еще секунд пять, и Тони Грейвли был бы объявлен победителем в этом противостоянии. Просто рухнул на пятую точку Менес. Сейчас в углу ему подсказывали, что слишком близко он к своему сопернику находится. В реальном времени посмотрим. Так вот, подсказывали сейчас Менесу, что слишком близко к своему сопернику ты работаешь. Оставайся на дистанции, антропометрия позволяет. Не сближайся с ним. Да, именно из-за сближения, из-за не очень хорошего контроля дистанции Менес получил вот этот правый боковой. Воодушевлен явно сейчас Тони Грейвли. Но опять же, по его действиям на первых секундах видно, что форсировать финиш он не собирается. Снова на ближнюю дистанцию заходит Грейвли. Менес пропускает своего оппонента. Целую серию ударов выдержал. Хорошая работа из клинча. Прижал соперника к сетке Грейвли, но ему это абсолютно точно на руку. Благодаря этой позиции, особенно если хватит выносливости, если хватит сил, если не забьются руки, в этой позиции он может не отпустить далеко Менеса. Соответственно, нивелируется преимущество последнего в антропометрических данных. И давненько не видели мы фирменной двойки от Менеса или правой прямой хотя бы. Не удержался на ногах Грейвли. Джем вроде бы достает вот сейчас правой прямой. И после этого Грейвли решил побороться. Но отличный спрол от Менеса. Размен. Вот удивительно. Линей руки у Менеса, но Грейвли практически на любой дистанции оказывается лучше, оказывается эффективнее. Даже в обмене джебами несколько секунд назад преуспел Тони. Бой явно идет не по тому сценарию, как планировал Менес, но он попадает! Сценарии нужны для того, чтобы их нарушить.
завершает и финиширует соперника. Нейт Мэнос, как неожиданно все это произошло. Великолепный финиш, великолепный бой. И продлись он чуть дольше. Я думаю, ни у кого не было бы сомнений, что это бой вечера. Пережил кризисный момент Нейт Мэнос. Красавец. Действительно сложный для него получился бой, но вовремя вработался, вовремя включился и вовремя попал вот этим ударом справа, благодаря которому выиграл третий свой бой в UFC подряд. 3-0 на старте карьеры в лучшей лиге мира. Это, конечно, серьезная заявка. Впереди у нас еще 4 боя в мейн-карде. Будет на что посмотреть. В следующем поединке сражается Царукяна Гьягас. После красотка Липски появится против дебютантки Куцелаба и Кларк в ком-мейне. И главный бой Смит Спен. Много сегодня на турнире у нас полутяжеловесов, как вы понимаете. Тем более, что мы еще в прилимах видели того же Нчукви с Родригесом. И вообще в целом нельзя не отметить, что очень насыщенный карт. 14 боев, как-никак. А мы готовы послушать официальный вердикт. Ну, вы понимаете уже. Для протокола это все должно быть зафиксировано. И мы готовы. Ladies and gentlemen, the end comes at the official time. 2:10, round number 2. We have your winner by TKO, Nate Mayhem Mayness! Техническим нокаутом во втором раунде побеждает Нейт Мэнос. That was a wild fight, back and forth affair. Now, before we get to the finish, you were sat down at the end of the first round. I got to ask you, you know, how bad was that? Were you, how close to being unconscious were you? Тебя уронили в первом раунде. Насколько это плохо было для тебя? I wouldn't say a fun experience, but different, man. I feel great now. You know, it's one of those things. I feel good about it, though. Well, you look great as well, and the knockout in the second round was absolutely fantastic. If you take a look at the screen, I'd like you to walk us through it, because after almost getting finished, to do this, для него абсолютно новый опыт, с таким он еще не сталкивался. Это довольно увлекательно. В любом случае, главное, что это позади. So I come up with the hook right after, and I made contact. I hit really hard at 135. You really do. So that's 3 wins now. Three fights in UFC, 3 wins. When can we see you back in here? I'd like to get one more in before the year, so December. I'd like to see that also. Ladies and gentlemen, Nate Mayhem Mayness. Go on then. It's a pleasure. Hey, I'd like this to go out to a Union County boy who's 3 years old. Griffin Jones, man, I hope you're watching. Nate Mayness, ladies and gentlemen. Нейт только что сказал, что вернется в клетку, ну, хочет, во всяком случае, в декабре этого года. То есть паузы ему особо длинные не нужны. И обсудили они, конечно, момент с финишем. Сказал Мэнос, что заряжает в этом весе довольно жестко. Может он тушить свет. И говорит, что да, тот хук был очень увесистым.